И сам обрадовал мяча. 33 года ему уже. Начинал карьеру в свое время в клубе Индепендиенте Медельин. Подачу штрафную. Сапата. Удар Еремины. И гол 1-0. Колумбия забивает на 40-й минуте. И вот не случайно мы говорили с вами о голах. Не вспоминали голы Мины за сборную. И вот впервые. Вот подача Квадрадо. Выиграл борьбу в воздухе, по-моему, Сапата. И Сапата, именно он сделал эту голевую скидку. А может быть, там последним мяча коснулся Абрам. Но кажется, что все-таки Сапата. Они там вдвоем за мяч боролись. Ну и Еремина метров с 10-11, может быть, с 9, вколачивает, отправляет мяч в угол ворот. Педро Гальеса. 1-0. Колумбия. Важный, как в составе сборной Перу. Ну и где же вот успел получить за первый тайм Мигель Трауко. Его на поле уже нет. Здорово входит в штрафную. Сапата. Вот лицевой передача. Диас пас назад. Медина. Квадрадо. Один из лидеров сборной Колумбии. Квадрадо финтит. Медина. Подача с фланга. 2-0. Колумбия. И снова гол со второго этажа. Но на этот раз забивает Матеус Урибе. Здесь давайте смотреть. Квадрадо подает. Квадрадо делает пас на Медину. Тот подает с фланга. Здесь Гальеса даже из ворот не выходил. Но удар настолько сильный. Из близкого расстояния. С линии вратарской. Первым на мяче был здесь Урибе. Защитник ему не мешал. С опозданием, да. Пытался выиграть борьбу за позицию. Медина снова на Квадрадо, тот делает пас назад на Еремину. Кристиан Куэва поле покинул. С него Педро Акино вышел у перуанцев. Опасная атака сборной Колумбии. Диас бьет с правой ноги. 3-0. Колумбия забивает третий мяч. Ну и это уже очень весомая заявка на победу. Очень спокойно на третий пропущенный мяч реагирует. Вот, собственно, отыгрался с Муриэлем Диас. Получил обратную передачу. В борьбе с двумя соперниками. Смотрите, здорово работал здесь корпусом. Ну и отскочил мяч к нему от оппонента. Да, немножко повезло еще. И обстоятельства сложились удачно. Ну и Муриэль, браво. Делал передачу в ту зону, в которой находился партнер. Да, и здесь можно, наверное, говорить об ошибке